Друзья, всем привет, с вами канал Футбулс. И сейчас я нахожусь на стадионе футбольного клуба Краснодар. И мы через 4 часа выезжаем в Грозный. Краснодар, number one. Yes. Краснодар. Сейчас мы находимся на матч Краснодар 2 Луч. И через 2 часа направляемся в Грозный снимать для вас контент и выигрывать также. Да, я сломал ногу, видите? Откупаем поездку. 100 рублей на билет. Добрый вечер, с вами Егорчик. Ой, не Егорчик. Ты толстый для Егорчика. Да ну, прекращай. С вами канал Футбулс, и сейчас мы на выезд в город. Какой мы едем туда? Грозный. Грозный, это чья родина? Столица Чеченской республики. Да, Ахмат-арена. Это самый красивый город, по-моему. Ну, из выездов, которые я был, их два было. Точно? Да. Не обманываешь? Не обманываю. Погнали. Поехали. Сел? Присел. Поехали? Поехали. Куда? Снимать стрим? Бои дегене херсташью алу, бои ирса дэй и нады, лар яйла ховед чудалла, Басах ног чичуе, благодех на берзан нагила, полалой мах. Друзья, мы в Грозном, гуляя по Грозному, нашли такого человека. Вы его знаете все. Это Витя. Давайте его напугаем. Вить, Вить, вставай, Вить, 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 мы в Грозном. Вставай, поехали выпуск снимать. Скоро футбол. Вить, ты готов? Ты проспал. Готов. Поехали. Погнали. С вами канал Футбулс, и сейчас мы находимся в городе Грозном. Это самый красивый город на Кавказе. Вить, Вить, ты куда побежал так? Снимать выпуск? Да, снимать выпуск. Сейчас покушаю, конечно. Друзья, мы находимся в сердце Грозного. Идем попробовать национальное блюдо. Вот Виктор хромает. Приехал поддержать всю нашу команду. Даже в таком тяжелом состоянии. Да, да Вить, как тяжко идти? Ну, я каждый день старался тренироваться по 20 километров. Ладно, все, не грузи, не грузи. Давай подкрепимся организм национальным блюдом. И поедем сегодня болеть за кого? Краснодар. Какая игра? Красивая. Победная? Победная, да. Отлично.
Вить. Понял, да. Вить. А. Нашел новую нам селфи-палку. Да и где она? Ну вон она, Вить. Ну посмотри. Нифига себе. Вить, ну не ругайся. Вот это селфи-палка для селфи-съемок. Подписано, нажмите на кнопку. Привет Краснодару! Вы будете сегодня болеть за нас? Что? Болеть за нас будете? Конечно! Куда пойдете? В амфитеатр? Да! Ну, отлично! Вова! Вов! Вот этот человек сказал, что ты не будешь вставлять мои слова, а просто наложишь музыку. А Вова, какую? Не вставляй это! А какую ты музыку вложишь? Если ты скажешь, Вова, не вставляй, он это вставит. Вова, вставляй! Эту... Горизонт зажгла солнце полоса, расплескалась ночь по траве роса. Над восходом дня ястреб в облаках вел казак коня, конь тот в яблоках. А вы думаете, в Краснодаре такое есть? Нет. В Грозном тоже есть. Как гласит легенда, это наш дедушка нашего быка. Пошли еще раз в город Грозный, посмотрели красивые достопримечательности, отдохнем и вечером на футбол. Что, какие прогнозы? Прогнозы, думаю, будут, как всегда, у меня 2-1. Лиги чемпионские. Ты думаешь, Матвей пропустит лоб? Я думаю, ну, начало сезона, ожидать от Грозного хоть можно. Грозный, серьезный соперник, ты думаешь? Да. Даже ну, у себя дома, да? Они могут также автобус играть в Ростов по старой схеме. Угу. Ну, а мы что можем предложить? Мы можем атаку хорошую, футбол показать. А ты думаешь, новички выйдут? Конечно, покажут себя. Велина. Забьет. Комболов должен уже забивать, да, наверное? Да. Комболов забил, может, Велина сегодня забьет, если выйдет, да? Ну, я сочувствую Воле. Маркус Берг не выйдет, да? Маркус Берг? Да. Узбек? Маркус Берг. Это наш новый игрок. Да. Ты знаешь, пока мы ехали сюда, прошла новость о том, что Краснодар подписал нападающего сборной Швеции Маркуса Берга. Да, просто так ехали, то что интернет пропадает с временем. Ну, понятно. Видите, как всегда, отмазки. Просто он... Да. Он не Google. Егорчик, я сочувствую тебе, то, что ты не приехал с нами. Друзья, если вы хотите такой же классный мерч, то я посоветую писать... Друзья, если вы хотите такой же классный мерч, то я посоветую писать... Вы за Краснодар? За ФК Краснодар. Вперед, быки! Чеченская беспощадная свадьба. А, деньги кидают. Машина. Thank you.
воды. Вот так вот спецбатальон просит водителя убрать машину. Без штрафов, без эвакуаторов, без ругания. Краснодар! Краснодар! Вы не раз забыли? Мы были. Давай мы будем хотя бы на 12-м. А что же они там? Давай 10-м. Получу хакер пинет, да, слово и лаханок чечу. Мы уже папа!
Ну да, какой он бразилец действительно? Не то, что передача, и он автор единственного забитого мяча. Пока единственного. Приближается время важного решения, вы знаете, о новом видении этого сезона. Мы выявляем лучшего игрока каждого матча. Наш эксперт сегодня это Андрей. Сами видели всю игру. Конечно, было у нас в этой поездке много плюсов, много минусов, к сожалению. Ну, все прошло гладко, удачно. Всем пока, до новых выпусков, Дубай. Друзья, вот я в Краснодаре, подходит к концу этот выпуск. Я вам всем желаю самого лучшего, всегда быть рядом с клубом, как и мы это сделали. Хоть я со сломанной ногой, но я все равно поехал в Грозный. Друзья, подписывайтесь на наш ютубчик, если у вас там красная кнопочка, пожалуйста, нажмите ее, чтобы она стала таким цветом. И да, подпишитесь, пожалуйста, на наши инстаграмы. Я буду очень благодарен. Люблю, обнял, целовал.